Привет, дорогие покупатели! С вами компания «Электромотор». Сейчас я для вас представляю белорусский вибрационный насос-ручеек от завода «Промприбор». В данном видео вы можете посмотреть, как упакован насос, как он выглядит. Заводская голубая упаковка с надписью всех сертификатов, разрешительных документов. То есть открываем коробочку. Как видим, в комплект поставки входит сам насос. Корпус его изготовлен из силумина, из алюминия. Шнур питания, паспорт и тросик. Рассмотрим основные особенности для насоса ручеек. Корпус изготовлен из алюминия. Верхний забор воды. То есть опускается он вертикально. Желательно его устанавливать в какую-нибудь емкость, например, в ведро, потому что это вибрационный насос. В процессе своей работы он достаточно сильно вибрирует и может поднимать с колодца ил или песок, что отрицательно сказывается на его внутренних деталях и может вскоре вывести насос из строя. Далее находятся ушки для крепления. Кстати, еще что хочу сказать. В комплект поставки входит вот такой тросик. Он пригодится вам буквально там в первый раз погружения на несколько дней. А так вообще советуем вам купить нормальные тросы 3-мм в силиконовой оплетке. Он вам прослужит долгие годы и абсолютно не будет повреждаться. Что еще хочу сказать? Диаметр данного насоса составляет 100 мм. Он относится к категории средних насосов, потому что есть насосы более узкие. Это, по-моему, киевский каштан, но он изготовлен из пластика, и качество его немножко похуже. И есть боярские Босны LG, там диаметр насосов уже 110 мм, то есть они уже более широкие. Если вам опускать в скважину, например, чтобы ее прочистить, то, конечно, такой насос подойдет, будет более подходящим, чем Босны LG. И если вы будете сравнивать цены на территории Украины, которые предлагают интернет-магазины и рынки, обратите внимание на то, что есть много подделок, которые возятся неофициально, либо с Китая. Такие насосы, они легче, и качество их намного хуже, потому что вот болты, которые соединяют корпус насоса, он как бы, вообще вибрационные насосы, они мембранного типа. И по бокам есть болты, которые соединяют верхнюю и нижнюю часть корпуса. Если эти болты из некачественного материала, в процессе вибрации внутрь попадает водичка, они со временем разрушаются, и таким образом насос раскрывается. Что после этого происходит? Происходит то, что вода попадает внутрь, соответственно, насос сгорает и выходит из строя. Вот потому наши клиенты приходят и говорят: один, у меня там работает насос 7 лет, отлично, дайте мне. А второй приходит и говорит: прошло полгода, и насос вышел из строя. Будьте внимательны, потому что есть много китайских подделок и насосов ручеек. Они низкого качества, материал вообще ужасный. То есть они... Пишут производство Украины. Да, причем пишут производство Украины. В Украине делается только насосы «Каштан» в Киеве и насосы «Босна LG». Все, больше производителей нету. Поэтому компания «Электромотор» предлагает оригинальные насосы из Белоруссии. Как я уже ранее сказала, завод «Промприбор». У нас есть официальная гарантия. То есть по всем вопросам звоните, мы вам расскажем. Все базовые технические характеристики вы можете посмотреть на сайте у нас. То есть еще раз я вам скажу, что насосов вибрационных полно на рынке. То есть их используют в основном для прокачки колодцев, то есть для каких-то таких небольших целей, для выкачки воды со скважины, с колодца, для поливов огородов. Вот. Но тем не менее покупателей очень много, и мы стараемся предложить качественный продукт, тот, который будет вас радовать несколько лет хотя бы. Так что, если вас заинтересовал насос-ручеек, и вы не хотите купить подделку, звоните нам по телефону 044-530-38.